зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может. Первый вопрос и второй вопрос. Что мне теперь делать? Второй какой? Что мне теперь делать с этим? Сказать. Все они сказали, что они получили разрешение от своих руководителей. Нет, вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что они должны быть членкорами и академиками. Владимирович, они прошли весь конкурс без всякого изъятия и исключения. Ну, значит, они крупные ученые. Получается, что так. Ну, тогда вторым вопросом я вас мучить не буду. Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то административных обязанностей в органах власти и управления.